Аньосео, Чараманьясимнида. И прежде чем начать реакцию на фильм «Оджи Кедеман», я бы хотела поблагодарить всех людей, которые дали свои пожертвования на Donation в прошлом месяце. Сейчас я зачитаю ваши никнеймы. Если я скажу их неправильно, простите, пожалуйста. Итак, спасибо большое Чвэм Йончольним, Ддддддддним, Морис Тоним, Ким Сним, Кэдди Джиним и ББМ 11 Ним. Камсамнида! Сараньо! Сейчас в Украине экономические проблемы из-за вируса, сами знаете какого. Я знаю, что в Корее та же самая ситуация, именно поэтому я хочу сказать еще раз большое спасибо тем людям, которые дают нам пожертвования, несмотря на всемирную проблему, которая у нас сейчас есть. Я вам желаю крепкого здоровья. Оно нам всем очень нужно. Также я прошу вас подписаться на наш Инстаграм, который я веду. Называется он так же само, как и наш YouTube-канал UA Creators TV. Я была очень занята экзаменами, и у меня была куча заданий, поэтому я долгое время туда ничего не выкладывала. Но сейчас я обещаю исправиться, так что следите за нашими постами в Инстаграме и подписывайтесь. Ну что ж, я не буду вас задерживать. Желаю вам приятного просмотра. Файтинг! Аньосио! Чермун Ясенмида. Чермун Настинмида. И сегодня мы смотрим фильм под названием Always, а по-корейски... По-корейски? По-корейски. Оджик Кедеман. Повтори. Оджик Кедеман. Native speaker. Как бы без вопросов. Да. Это мелодрама, выпущенная в 2011 году, и посмотрела ее 1 000 000 зрителей. Этот фильм выдается прекраснейшей актерской игрой, именно поэтому вы нам посоветовали этот фильм. И мы выполняем вашу просьбу, надеемся, нам он тоже понравится, как и нашим, то бишь вам, зрителям. Так вот. Так, а теперь перекус. Сегодня у нас немножко необычно. Возможно, вы сейчас скажете, как мы это сейчас будем есть? Ну, вот так вот. Водоросли чука. Я лично могу просто так их купить и вот так вот есть, просто. Настя будет их есть прям так вот впервые, да? Ну, именно ну, вот водоросли вот этого вида, да. А по-корейски называется панчан, типа закуска. Откуда я знаю? Я обожаю эти водоросли. И как бы без... На запитку? Без газировки никуда, жизнь не та. Так, мы в предвкушении. Надеюсь, этот фильм нам принесет массу удовольствия и... Файтин! Спэнк. Начинаем. Ну, люблю такую музыку. Я тоже. Я вообще меломан, типа, хочется и рок послушать, да. Хочется и грустное послушать. И каждый раз по-разному. И кип-поп. Да, иногда просто рэпчик такой жесткий, иногда. Понял. Провинился. 아주 나쁘게 살았어요. 아주 나쁘게. 근데 지금은 그렇게 안 살아요. 그런 놈이에요. 나. 그쪽 아니 정화 씨 무시해서가 아니고 내가 후져서. 눈이 безразлично. Какие они сладкие. Такие sweet. 들어갈게요. Она обиделась. Да. И нечего ответить. Но с другой стороны, она всегда так мы такая... О, ты как что чувствуешь? Спасибо за звонок. Надо характер показать. Правильно. Я говорила, по-моему. Вы 얘기 안 했어요. 지난주 생일이었다면서. 괜찮은데.
감사합니다. 감사하긴. 우리 다음 주에 같이 저녁 먹어요. 미리 올게요. 그럼 나가보겠습니다. Ага. Зачем он так себя ведет? Ну, он же думает, что он босс, поэтому можно все. Чесонганде. Кэман дорага джусэйо. Самоним-то ирого данишинен го асэйо? У него жена есть. А, 내가 이럴 줄 알았다니까. 응? 진짜 잘 어울린다. 정아 씨. 지금 얼마나 이쁜지 모르지? 어? 아니 내가 미스터 꼬셔서 잠이나 한번 잡아 생각하고 그러는 것 같아요? 돈만 주면 정아 씨보다 이쁘고 시작하는 돈 얼마 되지 않아요? 아니 좀! 진짜 강간범 한번 대볼까? 그래? 원래? 하지 마요! 왜? 또 피셔 Наш любимый. Мне кажется, когда он начинает бить, он становится неуменяемым. Хотя этому, конкретно этому, так и надо. А что он делает? Ломает что-то. Не надо. 나 가슴이 너무 답답해서 그런데 다음 주말에 시간 되면 어디 가까운 데라도 데리고 가줄래요? тебя простила. Сначала выйти. 언젠 책임지겠다더니 그 정도는 해줄 수 있잖아요, 그렇죠? Ты молодец. Мне кажется, она боится принять его заботу. Но при этом такая типа ты все обещал. Хи-хи. Хи-хи, цветы красивые. Уже хочу такое за окном. Я тоже. Фоточки, фоточки. Весна. Подписывайтесь на наш инстаграм. Собака. Иго. Собака. Кто это? Я составил тебе компанию. Я хочу сразу. 그러면 맹동이면 되는 거예요. 골든 리트리버? 네. 야, 뭐 자꾸 이렇게 부르지? 이제 뭐 부르지? 그거 뭐 부르죠? 딩가 어때요? 딩가? 딩가 잘 먹고 잘 살라고. 나 마이 그루쉬카 похожа. собака. помнишь, с детства такая твоя игрушка? 맞아. да, да, да. 나 же говорю, похоже. Садки с ней ходила. Да. Если что, мы с Ясей с детского садика вместе. Мы родились в одном роддоме. День разницы, самого рождения вместе, так что. И дол. 느낌이 꼭 아저씨 같죠? 난 이걸 아저씨라고 생각하고 가지고 다닐 거예요. 그러니까 아저씨도 이걸 나라고 생각하고 가지고 다녀요. Ты представь, закрой глаза вот так на ощупь. Смотришь мне в глаза? Просто. Да. Мне даже страшно, что его касаться. Она говорит, ты смотришь на меня? Да, врёшь. Он тут туда смотрел в бок. Тёмики. Хоть ничего не потревожит сейчас. Наш
даже не противно. Бывает такое, ты видишь парочки, ты такой... Да, да. А тут... Настолько искренне и мило. Надо любовь сделать. Надо любовь сделать. И мы сейчас подписчикам. И так думаешь. Птички. Я, 내가 웬일로 나한테 연락을 다 했냐? 돈 좀 꺼주라. 얼마나? 3천만 원. 언제까지? 급하다. 우와. Глазик покинул чат просто. Без правил же будет, наверное. Да, да. Мне кажется, он сейчас... Давай, 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 я в него верю. Да, да. Боже, боже. Что ты какая-то тоже радуешься. Димон же и фанген. Пусянши. Пауэрчен нагулай. Вы поспорили, в чем проблема? Хоши моруника. Инчонёгуро идонгуро хэсо. Даси жонаджуё. Алгэссимда. Нет. Пожалуйста, только не это. Нет, нет. Шо? Зачем? Убивай.못 하세요? 남의 그럴 거요. 여기 와서 한마디도 안 하더라고요. 제가 안마해 드릴게요. 좀 сильная, наверное, не мне. 응? У него какие-то сильные, наверное, не мне. 응. Ну, блин, ты видела, как его? Да, видела, видела. Прыгнул ножом два раза. 아, 어떡해요. 근육이 많이 빠지셨네요. Как мне его жалко. Что у него щекой? 이제 몸 돌려드릴게요. Похоже на ожог, но вроде его. Камушек. А не Жан там какой-то. Он под, не под своим. Да. Она, наверное, почувствовала, что спина знакомая. Наверное.
꼭 회복되실 거예요. 고마워. 힘내세요. 눈이 쏙 그런지 그것도 무슨. Дурак, показал быка, мышек. Она бы поняла. Лежал, плакал, понимаешь? Ну, потому что ему стыдно просто. Опять стыдно. Собака это умнее, понимаешь? Их судьба сводит. 제가 안마해 드렸던 분 아니세요? Камушек, покажи, скажи, привет. Добрый день, я тебе помогу. Коги тушатся. Соображай, давай, соображай. О май гад. Беги уже. Чонга ши, вэ грэё? Окси. Чом чане 목발 짚은 남자 왔었어요? 네. 저기 있던 그 야레양 사간데요.
정말 미안해요. 정아야, 사랑한다. Все, конец. Ты не поговоришь, я счастлива. Детей не покормят. Только ты. Всегда. Ой, как там? Как там? Как там по-корейски? Начали просмотр фильма «Оджик Кедеман». Кедеман. Давай вместе. «Оджик Кедеман». Да. Ну, как себе фильм? Это наши отзывы. Вы услышите в следующем видео. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, приходите на следующее видео. А нам пока что надо отойти. Мы надеемся, вам понравилась наша реакция. Если так, то ставьте пальчики вверх. Оставляйте комментарии, во-первых, как вам наша реакция, а во-вторых, оставляйте фильмы, которые вот прям нас убьют на повал своей искренностью, месседжем. Да, посылом. Как-то так. Посылом. Посылом. Да. Да. Спасибо большое вам, что смотрите. И спасибо, что посоветовали этот фильм. Не забывайте подписываться. Раз, два, три. Не забывайте подписываться на наш канал, пожалуйста, потому что нам это очень важно. И приятно. Да. Колокольчик можно еще поставить. Да, think about it. Кудакча, ерубун, сар... Кудакча, ерубун, сараньо. И ури... Питащиманайо. Ури... Питащиманайо. Thanks. 감사합니다.